Привет, друзья! Сегодня мы опять в ноуфриле, но я не одна, я с Идушенькой. Помогает мне немножко. Последние покупки, в принципе, продуктов перед тем, как мы уедем в Израиль. Это и для нас, и то, что папе останется. Поэтому сегодня ответственные покупки всяких фруктов, овощей и всяких еще вещей, которые нужно доготовить, чтобы нашего папку не оставить голодным. Да, Идушка? Какие-то яблочки следующие будешь брать? Ред, как они называются? А ну скажи нам, что там написано? Apple Red Delicious. Delicioso. Delicioso. У Идушки сел немножко голос, поэтому он немножко болеет у нас. Легкий вирус. Идуша, возьми их 8 штук. 8. Помогает мне. Мы уже взяли клубничку 3 на 5. По доллару у нас ананасы сегодня. И морковка тоже по доллару. И что еще? Вот взяла еще я киви, упаковочка 2 доллара стоила, 2 доллара. И кто это у нас? Персики. Персики тоже были по доллар чем-то, с копейками. Ну, в общем, идем дальше, будем смотреть, что мы еще купим. Все вам покажем. Ой, я не снимала все это время. Пока ты набирал помидоры. Я пакет нам не нужен, Адоша. Нам нужно это... Огурчики. 3 штучки. Постри, чтобы да, был такой ровненький и чтобы тверденький был. Хорошо. Поехали дальше. Такие красивые мандарины. Лимонтины. Но они ужасно мягкие. Что, сынок? Так, 4 штуки потверже, чтобы они не были как катан, как вата. Нет, это плохой, видишь, он весь. Выбери 4 штучки, the best, чтобы были. Да, можно средний размер, не обязательно большие брать. Вот, вот этот возьми, вот этот вроде ничего. Вроде там шкурка, конечно, у него толстоватая, но... Вот такой, мне кажется, неплохой. Ну и 2 выбери сам. По 97 центов за паунд. Что мы еще взяли? Мы еще взяли бананки, мы еще взяли капусточку. Дошка выбрал 4 апельсина хороших. Посмотрим, если ты хочешь. I don't want to. I think she already gets too much. Понятно, очень добрый мальчик, старший брат. I helped mama yesterday. Да, все, пошли дальше. Так, мы еще взяли вот масло по скидке по $1.88 хорошее. А не соленая, взяли семечки, я взяла Костику, взяла фарш, сейчас буду готовить что-то, взяла вот крылышки заморожу, не всегда есть индюшины, вот буду что-то тушить иногда на них, вот, и вот взяла, наверное, я не буду брать шримс, ну вот эти креветки большие, наверное, не буду брать сегодня. Вот Сидошка сейчас в отделе для воды, такие классные продаются, заморозки для маленьких бутылочек воды. Стоит 2,50. Вот так это выглядит. И такие вот маленькие ледышечки. Классно. Прикольно. Так, что я еще взяла? Я взяла. Так, я не буду брать это, естественно, для воды. Я не буду брать. Я взяла еще яйца. Я взяла 2 упаковки. Это хорошая фирма. Пельмен. Как они называются, варенички с луком и с грибами, это кости я тоже заморожу. И вот это сегодня по скидке я взяла деткам в школу еще, чтобы было на эту неделю йогурты по 60 центов. Ищем дальше, что нам еще нужно, что, сынок? Я знаю, поэтому я сказала, сейчас мы туда пойдем, я тебе что-то покажу, а ты побежал вперед, а я здесь еще. Окей? Да, ты можешь идти туда. Так, здесь я еще купила, привезу в Израиль, такой вот maple syrup с прокопченным беконом вкусом. Ну и обычный maple syrup. Натуральный. Еще такие шоколадки несу в подарок канадские. Самые популярные О'Генли. Вот этот кофе везу в подарок. Сейчас я еще взяла вот этот вот подливы всякие. Я их обычно не беру, но иногда, когда мне нужно быстро готовить, я грешу, так сказать. Я их беру и люблю. Это крем, да, крем, то есть такие типа сливки с, как они называются, грибочками, это с чикеном, это просто томаты. Я сегодня буду делать
как он называется, да, вот это еще и дошка себе выбрала такую игрушечку. Буду делать рисовые фунчозы, такую рисовые палки, как они называются. И вот купила еще в подарок такой чай тоже. Вот, маме еще везу помгранат паудер. Я их как-то брала, мне понравилось, я решила взять маме привезти. Это, как он называется, господи, как он называется помгранат. Это кто у нас? Гранат перемолотый мелко. Тоже, вроде так закончили почти. Ну что ж, мы скупились, бил порвался, бил длинный получился. И на $138. Но настраиваться. Мы очень много чего купили. И много было подарков еще куплено. То есть это не все. И только лишь за счет продуктов. Тут еще и подарки дополнительные в Израиле. Все. Это был очередной обзор из Новфрила. Пока-пока.